Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня мы в гостях опять у Паши. Сегодня 7 февраля 2018 года. И вот, как обещали, мы покажем вам, что огурец у нас, видите, дошел до шпалеры. Сейчас у нас выпущен. Пусть чуть-чуть это оставится. Мы один раз уже перекинули. 2-3 раза перекинули через шпалеру и уже будем его спускать. То, что хотели сказать, да? То есть сейчас... Почему я говорю, что шпалера удалось приходить? То есть вот он, да? Сейчас мы вот еще один раз перекинем через шпалеру. Будем спускать сантиметров на 30-40 и будем его вершковать. Убирать. С этих пазухов, с трех, мы выпустим еще на 3-4 узла пасынки. И на этом формировка нашего растения закончится. В принципе, там, как вы говорили, мы фактически не оставляли боковых пасынков, потому что ну, это очень ранняя посадка у нас получилась. При очень ранней посадке растению не хватает сил давать урожай на пасынках. Зато как бы сейчас более хорошая цена. В принципе, вот только что произошел сбор, вы видите, что у огурца есть нагрузка. Да, какую-то часть, что он не может, он скидывает. Вот он, видите, он скинул его. Но в принципе, вот смотрите, после сбора, да, у нас остался 1, 2, 3, 4, 5. Нагрузка нормальная, даже по этому огурцу видно, чуть-чуть опять калийного питания не хватает, хотя мы его увеличили. У нас сейчас калий идет 1:1 к азоту, даже 1,6. Калия больше в 1,6 раз, чем азота, но все равно при большой нагрузке чуть-чуть не хватает. Да? Вот здесь он пошел уже выше, здесь всю зону убрали эту. Что сейчас мы делаем, да, то есть, соответственно, то есть вот если вот такой пасынок высыпался, то, конечно, видите, пропустили, надо было его завершковать здесь. Но если вот он уже вышел, то мы его завершковали здесь, дальше не даем. То есть убирать уже смысла этого нету, пусть уже там дают огурцы, да. То есть, когда проспали его, вот такой, да, пасынок, то уже пусть лучше он растет. Но на самом деле его надо было завершковать, лучше пусть вместо этого вырос бы огурец. Ну вот видите, вот он, вовремя завершковали, вот дальше у него будут расти огурцы. То есть в данном случае не надо больше давать. Смотрите, как я вам говорю, каждый один прием мы убираем листья. Да, вот эти вот уже сколько у нас листьев нету. Вот опять сегодня мы чуть поздно приехали, лист уже у нас мягковатый стал. Да? По-хорошему тут убирать надо утром. Вот видите, лист хорошо убрался. За одну процедуру не более 2 листов. Обязательно убираем с пеньком. То есть вот видите, стебли оставляем вот такие. Обратите внимание, да? Убираем обязательно только в сухой день. Если пасмурно, если там на улице какие-то осадки, у вас теплица очень влажна, процедуру с отрывом листом не надо делать. Ранка должна быстро отсохнуть, и чтобы у вас инфекция не попадала. Вот 2 листа убрали, соответственно, послезавтра мы уберем вот эти еще 2 листа. И будем сейчас огурец расчистим весь низ где-то до метра. Потом... Видите, у нас все-таки листьев чуть много, да, где-то сверху потом по одному листу проломим. Ну, пока все-таки в первую очередь мы убираем нижние листья, у нас есть что убирать. И на этом все. То есть, что сейчас в питании? В питании сейчас солнце, все, инсталляция солнца невысокая, должен преобладать калий над азотом минимум в 1,5 раза. Если у кого нет компьютера, то можно давать хотя бы примерно на каждую тонну воды такие удобрения, например, комплексные, там 19-19-19 или 20-20-20 килограмм и грамм 200 сульфат магния. Это в один день полив можете делать. На следующий день, так как поливаются огурцы каждый день, можно сделать полив 3 нитратами. Нитрат кальция, нитрат калия, нитрат магния. Ну, нитрат кальция, так как мы его первый полив не даем, его больше даем, 700 грамм. Нитрат калия мы даем сюда 400 грамм. И грамм 200 мы докидываем нитрата магния. Туда и туда можно добавлять микроэлементы. То есть в зависимости, если вы в первый день 19, там, ну, то есть комплексное удобрение, или 20-ку взяли с микроудобрением, тогда там не надо. Если сейчас много идут без микроэлементов, вот без микроэлементов мне даже нравится больше, потому что микроэлементы вы можете под себя уже подобрать в данный момент. И цена там значительно дешевле. То есть вот аквадроп, там 20-20-20, он на данный момент там 8200 стоит за мешок. То есть какое-то комплексное удобрение за 8200, 20-20-20 вы не найдете больше. Да? То есть тут единственное такое,
удобное и недорогое удобрение. Ну и все так в питании. То есть так же, как раз в неделю даем НРВЛ. Сейчас где-то через недельку мы дадим Теренова второй раз. Мы уже по нему показываем, то есть препарат Теренова, который позволяет фосфор, который мы давали, который накапливается в почве, переходить в доступное состояние. В принципе, он еще и дает хороший такой вегетативный рост. Потому что, ну, видите, огурцы сезонно высаженные сильно рано. Можно видеть по стеблям все, но еще не настолько как бы мощный. Да? То есть, я хочу, чтобы стебель был чуть-чуть потолще, да, чтобы когда стебель потолще, огурец лучше плодоносит. У него как-то силы больше. И обязательно, то есть если вы хотите продолжить этот сбор как можно дольше, да, опрыскивание либо Алгавел плюс, либо Цитоплант раз в 7-10 дней. Во-первых, то есть он будет вам количество завязи отбивать, видите, у нас постоянно она идет, нормально, да. И очень важный момент, эти удобрения омолаживают растения, то есть позволяет вам не 1,5-2 месяца собирать, а 3-3,5 месяца собирать нормальный полноценный урожай. На этом спасибо, до свидания.